за два. Ну что ж, все в хорошем настроении. Да, ждем мы начала поединка. Мы сегодня наблюдаем яркие зрелищные поединки. Ну и думаем, что и этот бой оправдает ожидания. Начинает с лоу-кика Умаханов. И отвечает тем же Ниязбек. Опять обмен лоу-киком. Осторожно очень начинается поединок. Не форсируют ребята события. Поддавливать пытается Нурсултан, но тут же переводит поединок в партер Умаханов. И вот здесь уже заходит за спину. Очевидно, будет попытка удушающего приема, пока сдерживает соперника. Пытается Нурсултан подняться, не получается. Пресекает эту попытку Умаханов. Здесь уже подключает колено. Смена позиции. Так, попытался запрыгнуть на спину Умаханов. Тем не менее сопротивляется Нурсултан. Работа у сетки. Сдерживает Нурсултан пока руку Умаханова, и поэтому слева не очень удобно Айнди работать. Вновь оказывается на конвасе. Удалось оттянуть руку Умаханову. Отдавить ее. И вот здесь подключает левую для работы по голове. Тем не менее, очень хорошо защищается Нурсултан. Не дает акцентированно по себе попасть. Да, не дает себя завязать как следует. По-прежнему пытается за спину зайти у Маханов. Если это удастся, то там можно поработать как руками, так и попытаться провести удушающий прием. Опасная была позиция. Да, вот начинает Анди работать по этажам. По-прежнему Умаханов сверху. Забирается он фулл-маунт. И вот как раз-таки попытка удушающего приема. Причем захват вроде бы плотный. Защищается как может Нурсултан. Хватит ли сил? Да, по-прежнему пытается провести удушающий прием Умаханов, хотя можно было с той позиции побить, но мы видим, что плотный захват, и, возможно, сейчас поединок будет остановлен. Сдается. Да, сдача, сдача. Победа в первом раунде. По-прежнему лидирует клуб Ахмат. Безоговорочно. Да. Что называется, в сухую. 10-й поединок, 10 побед представителей клуба Ахмат. Дорогие друзья, в этом бою на 3:21 первого раунда удушающим приемом победу одержал Анди Умаханов! Бойцовский клуб «Ахмат». Поздравляем Анди Умаханова, действительно впечатляющая победа в непростом поединке. Нурсултан показал, что бойцы из Киргизии
очень и очень опасные. Приехали сюда не просто так, но тем не менее Индио Маханов одержал достойную победу.